подальше по-русски. Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Граждане России, дорогие друзья, сегодня вновь считаю необходимым вернуться к трагическим событиям, происходящим на Донбассе. Putin has unleashed violence and chaos. But while he may make gains on the battlefield, he'll pay a continuing high price over the long run. За Россию! За победу! Ура!